Иван Артемьев, 12 лет, город Сосновка, Ветско-Полянский район, Русь деревянная, автор Александр Винокуров. Я люблю тебя, Русь деревянная, ряд неровный бревенчатых изб, там, где утро восходит румяными, и туманы стекаются вниз. Взгляд ласкают узоры наличники, теплый свет в деревенском окне. Петушок, что от предков язычников, дым с труб в ледяной тишине. Щемит сердце сосновое зодчество, срубы церкви струганный тес. С кишских маковок тонко пророчествует в светлом нимбе Спаситель Христос.